из Москвы в Волгоград с победой. Новый лоукостер Аэрофлота с громким названием «Победа» совершил сегодня свой первый полет из аэропорта Внуково. «Победа» пришла на смену «Добролету», первому бюджетному перевозчику Аэрофлота. Он прекратил полеты после введения санкций. Я раньше летал компанией «Добролет», до того, как ее закрыли. И я ждал ожидания, мне пришло уведомление о том, что открывается компания «Победа». И я зашел на сайт и приобрел билеты со скидкой. Действительно, «Победа» не ударит по бюджету. Минимальная стоимость билета всего 999 рублей, сообщается на сайте перевозчика. С учетом такс и сборов, конечно, выходит дороже. Так, билеты на первый рейс в Волгоград в среднем стоили 2,5 тысячи рублей. Тем не менее, это почти в 3 раза дешевле, чем у других авиакомпаний. Покупала через интернет, а вышло 2200. На других авиалиниях порядка, ну, самое минимум 6900 получался билет. Туда-обратно 3150. Сейчас планирую в январе еще полететь, но уже билеты подорожали. Пассажиры признались, ради дешевых билетов готовы отказаться даже от питания на борту. Главное, чтобы на безопасности стоимость не отразилась. Летать пассажиры будут на новых узкофюзеляжных самолетах Boeing 737-800NG, рассчитанных на 190 человек. Я думаю, несмотря на то, что как полет бюджетный, я думаю, они не должны как-то снижать там уровень обслуживания, поэтому ожидания такие же, как и это обычного полета. Самолеты «Победы» будут летать из Внуково в Самару, Волгоград, Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Белгород и Сургут. Появятся ли у бюджетного авиаперевозчика новые маршруты, пока не сообщается.